Всем привет! Вы на канале по распаковке посылок покупки на диване. Нам пришли две посылочки с китайского сайта AliExpress. Если я не ошибаюсь, это должны быть комплектующие к компьютеру. Сейчас модно, в последнее время стало модно заниматься копом криптовалюты. Так вот, это комплектующие для компьютера для майнинг фирмы. Давайте открывать по одной посылке и смотреть, что нам прислал китаец. Итак, первую посылку открываем. Итак, мы видим, это Razer. Он нам нужен для того, чтобы установить две или более видеокарт на материнскую плату. Приступим к вскрытию второй посылки. Как здесь написано, HDMI VGA адаптер. Эта запчасть нам нужна тоже для компьютера, тоже для майнинг-фермы. Это эмулятор монитора или VGA адаптер. Он нам понадобится для того, чтобы видеокарта не будет работать, пока мы в нее не включим монитор. Создает видимость включения монитора для майнинг-фермы. С одной обычный вход для монитора, с другой стороны HDMI. Ссылки на мои покупки будут в описании под этим видео. Если интересно, заходите, смотрите. А с вами был канал «Покупки на диване». Всем пока, до новых встреч!